Администрация Ленинского района Самары в телеграм-канале рассказывает о завершении строительства новой площадки по адресу Вилоновская, 90. Жильцы дома участвовали в реализации губернаторского проекта «Содействие», благодаря которому и появился уютный дворик. Фотографии прилагаются. Районные власти обещают, что совсем скоро будет организовано торжественное открытие площадки. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что 1 декабря начался прием заявок на награждение почетными знаками городского округа Самара за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Знаком за заслуги в воспитании детей награждаются родители либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком за самоотверженность награждаются жители, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю городской думы до 1 марта 2023 года включительно. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. Главный фармаколог региона Галина Гусева рассказала, почему нельзя совмещать прием лекарств и алкоголь. Информацию опубликовала в своем телеграм-канале администрация Советского района Самары. Специалисты напоминают, алкоголь противопоказан при любых болезнях. И дело не только в том, что содержащийся в нем этанол сам по себе токсичен. Он вступает во взаимодействие с действующими веществами лекарств, что может привести к опасным побочным эффектам, а порой необратимым последствиям.